радость моя, мы должны стараться быть свободными от помыслов нечистых, особенно когда приносим молитву Богу. Ибо нет единения между смрадом и благовонием. Дьявол, как лев, скрываясь в ограде своей, так расставляет сети нечистых и нечестивых помыслов. И так немедленно, как только увидим, надобно расторгать их посредством благочестивого помышления и молитвы. Будем непрестанно день и ночь со слезами повергать себя пред лицом благости Божьей. Да очистит Он сердца наши от всякого злого помышления, чтобы мы достойно могли проходить путь звания нашего и чистыми руками приносить Ему дары служения нашего.